Пьяный пассажир искалечил бортпроводника во Внуково после того, как тот не допустил его на рейс. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает РЕН-ТВ. По данным телеканала, инцидент в московском аэропорту произошел во время вылета самолета в Киров. Сотрудник авиакомпании отказался пускать нетрезвого россиянина на борт. В ответ тот принялся избивать члена экипажа и нанес ему несколько ударов руками и ногами. После случившегося бортпроводника госпитализировали, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб руки. Дебошира задержали сотрудники транспортной полиции. В июне в московском аэропорту Шереметьево задержали пассажира самолета, закурившего на борту. При задержании дебошир оторвал погону полицейского и стал фигурантом уголовного дела. Кроме того, в отношении него составили два протокола об административном правонарушении. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.